Хишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Южный парк, часть 2. В данный момент мы сразу же проснулись, но почему-то нас не заставляют переодеваться, ребят, нас заставляют выйти. Господи. Что произошло? Мама, папа, алло? Вы где? Что за фигня происходит? Повсюду пятна крови, ребят. Неужели... Начинаем день правильно, смотрим утренние новости. Доброе утро, Южный парк. Вчерашнее нападение на полицейский участок стало для жителей настоящим шоком. Никто не мог поверить в это. Теперь, когда заключенные на свободе, а полицейские в больнице, один из членов другой планеты не выдержал и объявил, что будет баллотироваться на пост мэра. Жители Южного парка заслуживают безопасную жизнь. Нет места творящего самосуд. Вместе мы можем освободиться от анального терроризма, который нам пытаются навязать. Меня зовут Митч Коннор, и я ручаюсь за свои слова. Господи. Вот так-то. А чё все в крови-то? Чё за жесть происходит? Чё все в крови? Ладно, я думаю, мы еще разберемся. Что происходит? Давайте в гараж нагрянем. А, переодеться нужно, окей. Теперь у нас такой вот костюм классный. Мумии. У тебя когда-нибудь было такое чувство, что ты не знаешь, что делать дальше? Как будто тебе не указали направление, или ты вообще не уверен, что происходит? Ну, есть такое сейчас немножко. Дитя мое, это потому, что ты пытаешься найти себя не тем способом. Твоя сексуальная ориентация, твоя раса и этническая принадлежность — это ничто по сравнению с твоей религией. Иди к пруду, дитя мое. Кто-то ждет тебя там. И этот кто-то наконец-то поможет тебе понять твою истинную сущность. Окей. Еще и религию хотят мне навязать. Ну и навязать. Понять, какая у меня религия. Что-то все в мусоре. Ниндзя стоит. Эй, бежим, бежим, бежим. Нужно вернуться на базу, к борцам на свободу. Ребят, есть вариант пойти что туда, что обратно. Но у нас нет 700, нет 700 силы. То есть сначала я думаю, что будет правильнее пойти... А что это у нас здесь новенькое? Говорят, можно скрафтить. А, расходные материалы. Все понятно, ничего интересного. Нужно сходить в церковь. А точнее к пруду. И там уже что-то найти. Найти свою религию. Что же за религия у нас? Ну все в крови, ребят. Что происходит вообще? Так резко все. Непонятно, что происходит вообще. Ладно. В школу давайте. Телепортируемся в школу и сейчас сразу от школы пойдем к пруду. Кто нас там будет ждать, понятия не имею. Увидимся, Джимми. Спасибо. Вот такие дела. Так. А к пруду здесь идти? А, все, понял, да. Не. Капитан Инсулин, давай, помогай. А мы должны с ними сражаться или можем просто пробежать? Вот как вы думаете? Я бы с удовольствием пробежал бы. Не-не-не-не-не. Одного вырубили уже сразу. Блин, их здесь трое. Не попал. Козлы. Ладно, давайте их забьем. Ладно, самый заб... Все, готово, ребят. Последний удар. И... Бэнг! Готово. Все, избили этих шестиклашек. Они нам мешали. Я здесь еще, ребят, не ходил, так что вот пришлось с ними сразиться. Что с них дадут, понятия не имею. Какая-то ерунда. И, в принципе, опыта тоже довольно-таки мало. Ну, потому что они довольно-таки слабые еще. Так, ладно, забираем, получается, рюкзак. Шрам храбрица. Какой-то плейсинг. Нельзя взять? Нельзя. Ладно, идем к озеру. О! Эй, пацан, иди сюда.
Я наблюдал за тобой, я уверен, что ты можешь помочь. Мы можем помочь друг другу. Знаешь про клуб суперлучших друзей? Так вот, я один из них. Моряк. Си-мен. Могучий супергерой с необычной способностью разговаривать с рыбами, а также плавать. Это... Спермак? Я моряк! Моя задача — помогать всем морским обитателям. Есть тут одна голубая рыбка, которая очень хочет, чтобы ее мама что-то сделала. Но осталось суперлучшие друзья, говорят, что нет времени. Поможешь? Да, нет времени, говорят. Отлично, тогда плыви со мной! И за мной на то морское, не волнуйся. С моей гидрозащитой вода тебе не страшна. Воу. И нырнул наш герой на самое дно под защитой спермака. Моряка! Туда, где живет голубая рыбка. Не плачь, маленькая рыбка, я вернулся с подмогой. Спасибо тебе, спермак, ты и правда думаешь, что сможешь помочь моей маме? Я моряк, да, смогу? Этого дитя обладает невероятными способностями. Ладно, если поможешь маме попасть в рай, я дам тебе 3 миллиона долларов и еще ювелирные украшения. Возьми за мой голубой плавник, и там какая-то магическая сила. Спермак и его напарник касаются плавника голубой. Рыбки переносятся в Вальгалу, где другая рыбка катается на единороге. Чё? Я здесь, мама! Это ты, детка? Да это я. Мы поможем тебе попасть в рай, мама. Просто подожди немного, этот паренек нам поможет. Как скажешь, крошка, маленькая голубая рыбка. А, так это... Angry Birds, или как, нет, Flappy Bird называется. Угар, это угар. Надо снять на это на видео, записать на золотой диск и отправить его в космос, чтобы пришельцы знали, чем мы тут занимаемся. Окей. Но чем ближе мама голубой рыбки приближалась к краю, тем опаснее остановился путь. Ну, видимо, да, ну не особо-то он опасен. Так. Вот, блин, здесь есть все, колонны, огненные шары, сверкающая какая-то фигня. Ай! Опа, ты так ускорилась? Просто пусть попасть в рай, солнышко! Да это невозможно! Вот теперь сложно. Они еще, видите, двигаются вверх-вниз, вверх-вниз. Неужели? А, 5 жизней теперь. Итак, ага. Это моряк, опять. Это дорога ведет прямо в рай, мама. Давай, ты сделаешь это. Окей. У нас тут крышу сносит. У разработчиков, видимо. Это разработчик уже сам сказал. Окей. Немного сложно, потому что габариты единорога довольно-таки большие. Непривычно. Тик. Эй. Ой. Внимание! О нет, этот демон является чем-то. О нет! А как мне... Что мне делать-то? Да это невозможно пройти! Это невозможно! Ты мертв. Смотри, сколько там жизни дали. Типа, все, ты меня задолбал, говорит мне игра. Хватит умирать. Там было намного проще, чем ты, типа, пытаешься сделать. Вот тебе все жизни, чтобы ты уже наконец-таки прошел это. Типа, если я еще раз умру, еще больше жизни, видимо. Или там, не знаю, ускорят меня, или еще чем-то дадут. Не знаю, ну сложно, это действительно сложно. Блин, что ты никого не увидишь в этом южном парке? У нас крышу сносит. Да, мы уже поняли. Ег. Ег. Ай, ну как так-то? Как я коснулся-то? Это является олицетворением всех моих врагов. Мне очень сложно увернуться от огненного шара этого сраного и в колонну не попасть.
Да, это вообще невозможно, по-моему. А у нас жизни, по-моему, не кончаются, да? Да, жизнь не кончается. Я сделал это! Спасибо за помощь, малыш! Я люблю тебя, мам! До встречи, малыш! Да-да-да, встречи, мам. Стоп, что это значит? Мам? Погоди-ка, что это такое? Это Иисус. Ты отлично справился, сын мой. Спасибо, Иисус. Это не тебе, спермак, я мальчишки. Моряк! А, да, правильно. Как там, как бы то ни было. Ты не обязан был помогать этой голубой рыбке, мой сын мой. Но ты сделал это. Мальчишка должен был мне помочь. Я лирический гений, глаз нашего общества. Я смотрю, ты пытаешься познать свою духовную природу, сын мой. Давай я тебе покажу. Каждой религии есть плохие люди и хорошие. А кто ты? Законопослушный, давай. Буддист, христианин, индус, мормон, мусульманин, иудей, квакер. Ну, мы выбираем, по сути, самого себя, да? Ну, я вообще, по сути, ребят, атеист, так что ладно, выберем атеист. Или агностик, я не знаю. Не, не атеист, я, наверное, агностик. Ладно. Готово. Погоди, тебе наверняка хочется сделать селфи с Иисусом, правильно? Еще бы, Иисус! Когда я с тобой еще успею селфи-то сделать? Поздравляю, сын мой, теперь ты знаешь, что ты. Ты сделал еще один шаг к познанию себя. Удачи, мой маленький законопослушный агностик. Спасибо. О, опять вы! Так, так, так. Смотрите, что тут у нас. Цисгендерный, гетеросексуал. Белый, русский, законопослушный, агностик. Блин, Клитус, почему ты это так говоришь? Диалоговое дерево. А, ясно. Мы таких, как и ты, тут не жалуем. Давайте поприветствуем это в нашем городе. Это. Как вы меня задолбали, честно. Хватит меня преследовать. Постоянно на меня нападают. И это все. Я все на что-то способен. Так, здесь стоим. И сразу обоих шокируем. Меня прокляли! Ну еще бы. Ты чего? Чего ты ожидал? Чего ты хотел? Так, мы двоих ударим, но, блин, никого не убьем. А так мы, в принципе, можем поджечь сразу его, и все. И будет хорошо все. Да, лучше поджечь его. У него сейчас шок будет и поджог. Вот это надо отменять. Отменяем. Бэнг. Так. Давайте сделаем так. Понижаем ему силы. Заменяем его на его. Зачем я это сделал, вы сейчас поймете, наверное, если они успеют дожить этого чувака. Либо замораживать. А, так его убить может сразу сейчас. Ладно. Кому сосульку? Не. Обоих. Не. Вот, чтобы обоих, ребят, атаковать, для этого я это и сделал. А, так он меня толкнет, серьезно? А, ну, в принципе, все равно все нормально. Да я просто ультимейт делаю. Ультимейт! Не! Они убили Кенни! Сволочи! Готово! Достали они меня! Они меня, честное слово, задолбали! Чего вы за мной ходите-то постоянно? Кстати, здесь телепорт есть, прикольно. Постоянно ходят за мной. Только что... Что только не происходит. Ну, блин, они постоянно за мной ходят.
Говнюки эдакие. Вот куда дальше пойти? Куда дальше пойти? Непонятно. Давайте посмотрим на карту, что у нас там открылось. Ничего нового не открылось. То есть все то же самое по-старому. По сути. Все-таки нужно идти, ребят, по миссии нашей. По нашей миссии сейчас и пойдем. Хватит мне писать, голубая золотая рыбка. Хватит мне писать. Так. Вот сюда идем. В дом Токена. Увидимся. Эх. О, привет, малыш, это я, Классисика. Просто хотела поблагодарить тебя за то, что ты разобрался с продажным начальником полиции. Теперь я на воле, благодаря тебе. Если тебе нужна будет помощь, просто зови Классисику. У которой... Окей. Одноразовый мобильник. А, нифига, прикольно. Королева побега. То есть можно будет ее вызвать, и она будет с нами сражаться или что? Или что-то поможет сделать? Интересно, интересно. Ладно, потом узнаем. Идем к Токену. Он нам, видимо, даст тоже задание. Ну, не сам Токен, а супергеройская их команда. Здрасте. Он уничтожен! Все пропало, чувак! План Тимми по созданию франшизы, вся эта работа, на нем даже надписи почти не видно. И они, наверное, прошли ночью и сделали это. Тимми. Кто же нахрен мог такое сделать? Держу пари, это шестиклашки. Нет, только они могли такое сделать. Нет, это сделал тот, кто хочет отомстить нам лично. Да, Сири. Ходящее видеосообщение. Посмотрите сообщение, полный экран. А, родители, родители этого, нашего персонажа. Что это за место? Эй, разве это не родители новичка? Это послание Еноту и его друзьям. Вот, блин. Похоже, у меня есть то, что нужно новичку. Это хорошо, потому что у новичка есть то, что нужно мне. Коннор. Говнюк. Бартер интересует? Давай, договоримся. Послушай, юноша, у тебя будут большие проблемы, если... Он меня ударил, ты видела? Иди на улицу и делай то, что я говорю, новичок. Или никогда больше не увидишь своих родителей. Быстрее, или им будет хуже. Бля-бля-бля-бля-бля. Хватит, а? Хватит. Где они, жирный? Где кто, человек-воздушный змей? Родители новичка, где они? Откуда я знаю? Это все ты, мать твою. Ты похитил родителей новичка. Потому что мы объединились с борцами за свободу. Это неправда, я хотел эту франшизу больше других. Скажите ему, ребята. У тебя 5 секунд, Картман. Я же за вас, новичок! Ты веришь мне? Так ведь? А, тебе? Я докажу свою невиновность, придурки! Идем, нам нужно найти жертвеста. Че? Что он, мать твою, тебе сказал? Он дал куда силу, да? Он дал силу всех? Он дал силу всех, походу. Офигенно. Но мне нравится эта штука. Удар дракона. Песочная ловушка. Не, мне все это нравится, ребят. Я это не буду менять. То есть здесь... Единственное, что можно поменять, так это вот эту штуку. Ну, типа, стоит ли? То есть теперь у меня все способности доступны. В конце игры. Он обучил меня всему, чего, что он знает. Хотя можно, на самом деле, поставить вот это вот. Мозги. То есть у нас мозги усилены немножко. Можно поставить то, что... Мозгами наносит урон. Ослепительная вспышка. Травмирует врага и приводит его в замешательство. Не хочу. Это все ерунда. Вот, техник, тоже у него. Есть какая-то. Дружок на разок, верный, короткоживучий друг. Робот, там уничтожаешься после своего хода, взрыв наносит урон находящимся рядом врагам. Не очень интересно. Мне какую-нибудь дальнюю атаку. Вот, кстати, корневой взрыв, нифига себе. Еще после этого она будет кровотечение наносить. Прикольная тема, давайте его посмотрим. Мы можем предпосмотр сделать, смотрите. Офигеть, круто. Я беру.
Вот, вот теперь у меня все способности абсолютно на мозги влияют. То есть чисто мозговитый у нас супергерой. Давайте посмотрим артефакты, что у нас с артефактами там за проблемы. Может быть, что-нибудь получше можно поставить. Можем увеличить силу, но при этом у нас очень много всего теряется. Видите, мозги плюс. Здоровье плюс. Все, плюс только урон от отбрасывания минус 44%. Видите, в чем проблема? Типа, стоит ли это заменять? Опа, ну нифига, у нас здесь новых, много новых штук. Интересно, интересно. Давайте посмотрим, что можно поставить. У нас есть такая штука. Манускрипт лидера. Так, ну это мне не нужно. Почему? Потому что, ну, хоть она и дает 100% силы, ну, точнее, плюс 100 силы, но все равно это слабо. Вот это можно поставить, потому что она вроде бы точно такая же, но при этом плюс дает к мозгам, к мужеству, здоровью, но все остальное остается на том же самом уровне. С этим что? Здесь то же самое. Да, надо поставить, ребята, эту штуку. Мы теряем критический урон. Минус 12. А так, в принципе, только плюсы одни. Да, отлично. Насчет этой штуки что? Это, в принципе, неплохое. Давайте посмотрим, что еще здесь. У нас здесь новая штука появилась. Это невиданная сила. Цепь ДНК. У нас увеличивается почти все. Вот! Лучшее! Лучшее, ребят! Посмотрите. Она дает мускулы, мозги, мужество. Здоровье остается почти на том же самом уровне. Лучше, чем в данный момент. И плюс 25% ко всем способностям. Ну, то есть, плюс 25% это имеется в виду то, что мозги увеличиваются. Да, супер. Еще какой-то костюм у нас открылся. А точнее, особый грим. А, точно. Это шрам. Но его не видно почему-то. Вот такие вот дела. Ладно, поднимаемся. Найди енота снаружи. Енот! А, кстати, позвонить можем? Не, не можем. Просто видите, желтое там. Обозначено. Ладно, новичок, я скажу, куда идти. И ты пойдешь туда пешком. Никакой скороходности, ясно? Первое задание будет простым. Иди туда, где люди лечатся... кофе? В смысле? Лечатся кофе? Чё? Это имеется в виду там, где Твик? Кофейня Твика? Давайте попробуем. Кофейня Твика здесь должна быть. Я в нее ни разу не ходил, ребят. Я вообще через кинотеатр еще ни разу за игру не ходил. За все серии. Те кроссовки. Новые. Найди мужика в красной футболке и поговори с ним. Ну окей. Блин, пацан, почему ты просто... А, ого, да это же Мститель, не знаю, герой ты или злодей, чувак. Это кофе меня реально ставило. Красной футболки, ну ты в красной... рубашке вроде, да? Алло? Это тебе, а? Хорошо, новичок. Теперь задача немного усложняется. Я не буду говорить, куда идти, я загадаю тебе загадку. Готов? Это место, где можно увидеть смерть любых... размеров. Иди в этот магазин, чтобы узнать. Чувак, после этой фигни я как будто под кайфом. Я, кстати, здесь не был, ребят, ни разу. Давайте посмотрим, что здесь есть. О, антидот забрали. И вот как производят они кофе. Эту штуку можно перевернуть, кстати. А там йой. Тири-ри-ри. Это я возьму себе. Используем капитана инсулина. В смысле? А я не могу его использовать, чё? Я ж не могу туда пробраться. В чем прикол тогда? Не понимаю. А как я должен туда пробраться-то? Непонятно. Давайте отойдем. А потом обратно зайдем. Почему с той стороны-то? А как? Как я должен это сделать? Я ж... Чё я должен сделать? Объясните. What the fuck? Я не могу, ребят, туда пробраться почему-то. Ладно, выходим отсюда. Думаю, что рано или поздно здесь, наверное, будет миссия какая-то. Или нет, не знаю. Я думаю, разберемся. Опа, а что я это нашел? О, нет!
Опять ниндзя сраные. Так, я думаю, что сможешь перехитрить городских ниндзя. Охо, ты же не думал, что тебе удастся скрыться от городских ниндзя. Видишь ли, у нас всегда есть запасной план. И ты нажил себе много врагов в городе, Мститель. И теперь тебе придется сразиться со всеми нами сразу. Лидеры, сгруппироваться! Тинка да ума! Шестиклассники! Девочки-изюминки к бою! Они отобрали у нас работу! Люди-крабы! Ха-ха, Мститель! У всех у тебя на тебя зуб. Готовься к смерти. Господи, чего вы ко мне пристали опять? Засранцы. Ладно, сейчас сразимся с ними, ребят. Все лидеры собрались, все. Кровотечение мне сразу сделал, засранец. Так, ну многие, в принципе, даже не дойдут до меня. Так, Твик, может ли он... Не то? Вот то. Где? Сразу всех троих. Гром и молния. У него новая способность, ребят. Это вот эта штука. Давайте ее и используем. Смотрите, да, она офигенная. Кровотечение всем. Не знаю, что она еще дает, но кровотечение всем точно дает. Так, они взяли, кстати, под контроль моего чувака. А, типа они будут ходить чаще из-за этого удара. Ну-кай. Интересно. Да, вот этих, наверное, двоих сразу атакуем сейчас. Поехали! Еще удар со сбрасыванием. Неплохо. Эх, как-нибудь по-другому бы вас атаковать. Я все-таки поменяться местами с кем-нибудь. С тобой, к примеру. А давайте поменяемся. И заодно щит возьмем. Готово. Он все равно ко мне прошел, засранец. Все, убили меня. Пипец. Чего вы такие сильные опять? Окей. Кровотечение. Не умирают все равно. У них все есть. Но они не умирают, засранцы. Кровотечение. Тоже кровотечение дал мне. Уродец. Но у нас есть ультимейт в данный момент. Но он мне не особо-то и поможет, видимо. Давайте, блин, не знаю. Давайте все-таки забьем его. Слабо. Кстати, как токен атакует? Самая модернизация контейнера меха... А давайте попробуем, мы же ни разу этого не делали, вообще ни разу. То есть он супер сильным станет? Возможно, больше жизни, больше... Урона больше всего. Зараза, сейчас моя очередь. Чё дальше-то? А, окей. Ну и все, и сейчас наш ход. И мы смотрим, куда можно атаковать. Троих этих, да, атаковать лучше, чем... Да, она от кровотечения по-любому умрет. Не! Неожиданно! А сколько у меня таких ходов-то? Ну, этих чуваков надо выносить, а то их ход следующий будет. Ой-ой-ой, а своего-то зачем? Чё делаю? Ну так, средний, ребята. Я думал, посильнее будет. Ну, кстати, прикольно все равно. Возвращаем. Не надо. Не надо убивать нас. Отлично, победа.
Те касались всего лишь двое. Ну, по сути, трое. Но я сейчас завалю, наверное. Бля, как так-то сделать-то? Так, давайте. Вот так вот можно. Не! Обоих. Красота! Осталась одна! Изюминка. Тебе конец, изюминка. Даже если ты меня атакуешь, ты от кровотечения погибаешь. Или нет? Нифига себе, не хватило урона, ничего себе. Ну ладно, получается, да. Это! Я возникаю из ниоткуда, говорит. Блин, прикольно. Тяжеловато, на самом деле, но нормально, справились. Справились. Кое-как, с горем пополам. Ну. Все. Давайте, ребят, на этом закончим. Блин, нифига себе. Напали со всех сторон абсолютно все лидеры всех этих засранцев, блин. Которые были в других организациях. Да. Ребят, в следующей серии, я не знаю, что будет в следующей серии, опять-таки, не буду гадать, будет ли конец или нет. Я думаю, что еще пару серий нам нужно будет все-таки пройти, сделать, заснять. Надеюсь, вам нравится эта игра. Это была игра под названием Южный парк, часть 2. The Fractured Butthole. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылки в описании и в шапке канала. С вами был Лекс. Всем доброе.